почему закрыто-то? Ну, уже все. А время? Написано. А что? Время? До двух. А почему до двух? Ну, написано же. Вот. Ну, написано. Ждем. Ну, написано. Не написано, почему до двух. В смысле? Ну, режим написан. Какой режим? Праздник у людей. То есть, у какой праздник? Было, было открытие. Нет, подождите, праздник-то какой? А, День города. День города, так. И этот праздник ознаменован тем, что закрыто, да? Нет, они, да, у них было техническое открытие, они показали помещение. А что значит техническое открытие? Грубо говоря, приводят в порядок вот это вот первый, второй и подземный этаж, делают помещение под, ну, там всякие танцы будут, кинотеатры. Подождите, делает кто? Ну, я так понимаю, это частный, а вы сами простите, частный кто? Подрядчик. Мы тоже подрядчики, мы сегодня кофе, сладкую вату продаем. Секундочку, это замечательно. Вы подрядчики какой организации? Мы сами по себе, Как сами? Ну, она же называется как-то сами по себе, ваши подрядчики. Ну, кто? Что, ну, это не... Поехали. Подождите. Так вы так и не сказали, кто вы, что вы, подрядчики, какой организации. Мужчина, что вам нужно? Мне нужно зайти. Господин, так, закрыто? Заходите, пожалуйста. Там закрыто. Так вы подрядчики какой организации? Мы не подрядчики, мы здесь не работаем. Вы не работаете. В закрытом. Бывший кинотеатр «Восток». Так, а сейчас... А это теперь «Феникс». 11.09. Открытие филиала «Восток». А где здесь на... А, до 14 часов. Ждем вас, да. Ждем. До 14 часов. Да. Значит, техническое открытие до 14 часов и закрыли. А что значит техническое открытие? Так, значит, здесь все функционирует, значит, я должен прийти и посмотреть на это. Да, я понимаю. Значит, итак, я констатирую. Неизвестные, неопознанные лица, которые отказываются представляться, находятся в помещении государственном, ключами открывают, закрывают двери, производят здесь какие-то действия. Меня отсюда, непонятно на каких основаниях, выгоняют, чтобы вы меня отсюда... Режима работы объекта, скорее всего, нет? Кто вы, чтобы меня выгонять? У вас должны быть полномочия. На основании каких полномочий вы меня выгоняете? Кто вы? Представьтесь, кто меня отсюда выгоняет? Кто? Вот, почитайте, выйдите, почитайте. А там написано «Восток», слово. Ну, что? А что оно? То есть вы «Восток»? Обращайтесь к его руководству. К руководству кого? Смотрите, мы подрядная организация. Название подрядная организация. Вы только что сказали, что вы физическое лицо. Зачем вам назвать? Это ваша обязанность назвать вашу подрядную организацию. Пока. С представителем «Восток»? Позвони Александру Ивановичу. Позвоните Александру Ивановичу. Не буду. Позвоните Александру Ивановичу. Позвоните Канахевичу, который здесь указан в ДК «Феникс». Подождите, здесь написано КЦ «Феникс». Позвони. Руководитель. Кому звонить? А почему не позвонить? Позвоните. А зачем? Я должен сами позвонить. А я с ним. А у меня телефон нет, дайте телефон. Не дам я вам телефон. Почему? Для того, чтобы мне выяснить, в моем районе, на моей улице, на которой я 50 лет живу... Вы хотите какое-то преступление сформировать, я не пойму. Что подождите, что я не формирую, следите за своими словами. Выявить, что ли? Вот выявить, да. Преступник. Вот выявить, да, выявить какое-то нарушение, как минимум, закона, как минимум. А оно явное нарушение, и не одно. Мы сейчас в нашем с вами разговоре уже установили, что здесь несколько нарушений закона. И, возможно, преступление. А это какое нарушение? По какому закону? По многим законам. Итак, господа, значит, вы звонить вашим начальникам отказываетесь. Для того, чтобы мне прояснить ситуацию, сами не представляетесь. А зачем нам представляться? Вы же сказали, что вы подрядная организация. Я закрыта. А мы, смотрите, мы сейчас закрыты, уже открытие. У нас открытие на концерт перешел в парк. Вот там вся администрация, к сожалению. Вот они липовое открытие устроили, и никого не пускают. Ну, смотрите. И никого не пускают. Через сколько? Через неделю они там, может, через полторы откроются, уже можно в режиме. Подождите, как же, если оно сегодня открыто, то как же оно через полторы недели откроется? Вы же сказали, что оно сегодня открыто. Ну, видите, не успели. Здесь было мероприятие, которое перешло туда, и там будет директор «Востока» выступать. А где он будет выступать, директор «Востока»? Там,
где организовали в парке. Где? Мероприятие дальше перешло в парк. Там будет директор Востока, Канахевич, да, Сергей Георгиевич? Да, и когда это... кинотеатр. И когда это будет? Уже. Сейчас? Да. То есть он там, да? Да. Это в каком... Должен быть там. Я не знаю, я не слежу за в каком... этим. Я знаю, вот какие... В каком месте? В каком месте будет Канахевич? А? Канахевич в каком месте будет? Нет, здесь не написано, где Канахевич. Не знаете. Вы говорите, перешло куда-то, куда? Я так же, как и вы, считайте посетитель. Вы посетитель? Ну, грубо говоря, считайте посетитель. Да какая грубо? Посетитель, который не представляет никаких... Итак, сегодня день города, произошло как бы открытие «Восток», которое тут же закрыто, которое через полторы недели, может быть, откроется на самом деле, где ничего не сделано. Канахевич в данный момент, наверное, на другой праздник поехал. Куда? Не могу вам сказать. Тоже не знаю. А Воронцов где находится? С ним вместе. А Аким? И Ким тоже, они же вместе. А где адрес? Я не знаю, я не могу знать, где люди эти находятся в данный момент. Но где мне встретиться? Где мне встретиться с кандидатами в депутаты, депутатами? В приемной в Щуке. Вам можно либо оставить номер, либо позвонить в приемную. Так я обращался к ним, к каждому из них, с просьбой о встрече. Мне никто не отвечает. А вы как, каким образом обращались? На их личных аккаунтах в интернете. А где именно в интернете? В интернете, в Фейсбуке, на аккаунте Ким, на аккаунте Воронцова, на аккаунте Канахевича. Кил, проще просто позвонить, либо прийти в приемную. Потому позвонить что... кому? Приемную. У меня личный телефон Ким, у меня личный телефон Воронцова. Но почему? Мой телефон заблокирован ими. Для того, чтобы со мной никаким образом не взаимодействовать. Итак, как вас зовут, извините? Иван. Иван, спасибо.